Ролик сугубо начинающим дальнобойщикам. Их миллионы, конечно, в интернете, как парковаться к рампе, там показано, рассказано. Но почему-то такой немаловажный момент, сказал бы даже и в плане безопасности, не оговаривается. Ну, почему-то нигде не видел. Во-первых, подъезжая к рампе, смотрим, показываю. Бывает так называемая лопата. Выдвижные, откидные, ну и третий вариант. Они крайне редко встречаются. Короче, такая здоровенная, блин, фигня. Там на цепи, на лебедке бывает откладывают. Ладно, вот как раз пример. Заезжает погрузчик. То есть доезжаем до рампы и буквально сантиметров 5 вперед откатываемся. 3 сантиметра, чтобы прицеп играл и не цеплял отбойник. Иначе порвем подушки. Мне прицеп достался с порванными подушками. Показываю ближе. Видите, вот пример, порвана подушка. Потому что кто-то вплотную подъехал и за счет игры прицепа вверх-вниз, ее порвало. Также обращаем внимание сразу, чем выгружают. Рохлей, электророхлей, карой легкой, либо карой тяжелой. Это тоже нужно учитывать. Соответственно, поднятие прицепа, регулировка крана, вот выше-ниже, синяя ручка, сразу сделаем заблаговременно, выше поднимаем прицеп. Ну и учитываем то, что во время разгрузки прицеп сам по себе будет подниматься. Плюс разгружаться будет ведущая ось и также будет вытягиваться вверх, потому что зажигание выключено. Соответственно, хвост будет, в общем, четвертый борт, хвост прицепа будет опускаться. И еще такой момент, видите, стоим в гору, конкретный такой подъем, не забываем. Контролируем весь процесс выгрузки, чтобы ничего не повредили, чтобы нужно было вовремя приподнять прицеп, потому что рампа по длине, точнее не рампа, а лопата ограничена, она может всегда соскользнуть, если откидная. Откидная в плане откидывается, ложится на прицеп. Выдвижные, как правило, они с хорошим запасом. Начинающие, учитывайте этот момент.